Идут два человека по дороге, друг друга нежно за руку держа, и в них совсем не чувствую тревоги. Идут вдвоем, небрежно, не спеша, совсем не идеальны, лет за 40, быть может, все давно за 60. И не ругаются идут, не спорят, о чем-то нежно и тихонько говорят. А у меня с утра опять бегом куда-то, как, впрочем, каждый день подряд. В надежде идеального заката закончить все же человеческий обряд. В душе, как и погода, дождь и слякоть, а жизнь — односерийный сериал. Стою, смотрю, и хочется заплакать. Нежнее чувств не видел я, не знал.